все, разборка идет. Люди подошли, разбирают. Хотят вывозить основание, причем никто ничего не делает. Все снимаю лицо. Ну, соответственно, мне нужна тоже конкретная гарантия, там, да, вот когда мы условия обеспечат мне, что вы работу выполнили, я эту работу добью, чтобы со мной рассчитались потом. Потому что у меня ни документов, ничего нет, все на словах. Ну, ладно, а вы сейчас кому-то хотите? Нет, 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 нет. Просто я, чтобы я понял, мне условия работы тогда предоставят. Не, еще раз, Милан, у тебя какие-то сомнения возникли? Никаких нет. И кто-то не хочет рассчитаться? Никаких нет. А зачем тогда эти разговоры, ты сейчас говорил? Да у меня же просто как бы кассовый разрыв был, я самостоятельно сейчас закрою. Ты сейчас сказал, ты сейчас сказал о том, что какие у меня будут гарантии, что со мной рассчитаются. Ну, необходимо же понимать мне, когда я там, если сейчас перехвачу там с других компаний, там закроюсь. Нет, от тебя зависит, ты объект закончишь. Я тебе четко сказал, когда вы начали сбоить, я тебе что сказал? Объект закончите, вернемся к разговору по деньгам. Такой разговор был? Был разговор. О чем ты сейчас говоришь? Ну, я подтяну. Да не подтянули вы санкцию, давайте нажимаем. Нет же сейчас крови. Мороза уже нет. Назад оружие ключи вручаю, документы как подтянули ее, а у нас ничего не готово. Я возьму на себя все юридические вопросы, продвижение всех. Но для этого нужно, ну, за вас никто не подпишет там разрешительную документацию, если кровли нет. Ну это абсурдно. Если нет, например, там, входной группы или еще что-то. Согласен. Все. Вы делаете, пожалуйста. Все. Товарищу, вот здесь получил число и подпись. И передайте им, потому что он трубки с нас никого не берет. Хорошо. Дело уголовно возбуждено по факту невыплаты заработной платы. Пусть погасят людям зарплату, и оно прекратится. То есть, понял, есть основания есть у нас. Получил сегодняшнее число. 1.03. Зарплату погасит, и там есть примечание к статье, что дело прекращается. И все, никакого не будет уголовного преследования, и все. Угу. Вопросов никаких нет. Пускай спокойно приезжает, а то просто усугубит себе положение. То есть следователи, они что будут там арестовывать, и еще и в розыск его объявлять. Оно им не нужно ни нам, ни ему. Чем быстрее погасит, тем быстрее люди. Все, сегодня же передам. Все, спасибо большое.